Сейчас у меня на столе великолепнейший представитель британской породы, лиловая кошка лилового окраса. Эта кошка считается, ну, классическим идеальным эталоном красоты британского животного. На самом деле, какая шикарная шерсть. То есть шерсть – это норковая шапка. Это норковая шапка, то есть не пробьешься. Жемчужного, розового, шикарнейшего лилового тона. Ну, это как раз так называется. У нее великолепная голова, шикарные оранжевые глаза. Так щепетильно и внимательно опытные эксперты оценивали каждого из участников кошачьего конкурса красоты. От зоркого глаза судей не ускользнула ни одна деталь. Ведь выставка проводилась по высоким стандартам Международной фелинологической ассоциации. Выставка проходит в формате американских финалов. Будет 15 бестов среди взрослых, юниоров, котят, ньютеров, так называемых, ну, мы их красиво называем, это стерилизованные животные. На выставке мы приглашаем с удовольствием и домашних питомцев. К слову, домашних питомцев на выставке было всего 3. Зато породистые кошки были представлены во всем многообразии. Мы сегодня представляем породу шотландская длинношерстная в золотом окрасе. Мальчик это золотой окрас, затушеванный. Они бывают разные, бывают с рисуночком, бывают без. Вот у мальчика очень красивый длинный хвост, он молодой, ему всего лишь 1/2 года, но он по своему типу практически как взрослое животное, с большими, выразительными, красивыми глазами. Курильские бобтейлы, балинезы, шотландцы, британцы, девонрексы и их хозяева тщательно готовились к соревнованию и конкуренции. Ведь всего к участию было допущено 70 животных. Сегодня мы на выставке клуба Elite Kiss представляем породу девонрекс. У нас есть взрослые животные и котята. Особенности породы заключаются не только в волнистой шерсти, мускулистом теле, да, и форме головы в виде сердечки, но и также в характере. То есть это животное, это порода, которая очень любит людей, очень любит людей. Это снежный бенгал, минковый окрас. У бенгалов много разновидностей окрасов. Вот у этого мальчика голубые глаза. Ласковые, общительные, игривые. Их часто покупают к деткам в семье, потому что они не агрессивны абсолютно к человеку и достаточно хорошо уживаются с другими животными, особенно с собаками, с енотами, если у кого-то есть. О, видите, какой? Посетители могли не только сделать селфи с участниками выставки, подержать конкурсантов на руках и расспросить обо всем их заводчиков. В ходе выставки предлагалось определиться с фаворитом и отдать за него свой голос в конкурсе на приз зрительских симпатий. Взрослые и особенно маленькие брещане получили массу положительных эмоций, узнали много нового и приняли участие в развлекательных викторинах. А кое-кто не удержался и ушел домой с новым другом. Людмила Лагодич, Андрей Щербак, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.